были старые песочницы, вот если вы помните советских времен, это такие железные конструкции, и сверху грибочек железный, такой ржавый, ну, замечательный. Ну, слава богу, все это теперь уже осталось в прошлом. Еще недавно двор около дома на Мяге-24 был запущенным и неуютным местом. Местная жительница Марина Савина рассказывает, ситуация стала меняться после заявки в районную администрацию. Сейчас здесь строят дорожки и перекладывают трубы. На коммуникации подрядчики дают гарантию не меньше четверти века, а на сам ремонт – 5 лет. Используют современные технологии, ППУ-изоляция. Температурный график соблюдаться, минимум потерь будут. Практически потерь вообще не будет составлять. Двор ремонтируют комплексно. Здесь будет 2 детских площадки. Для детей помладше и постарше. Разобьют сквер с рябинами и липами. Уже устроена просторная парковка. Также отремонтированы проезды, поставлены новые фонари. Кроме того, к сентябрю отремонтируют тепловые коммуникации за двором на улице Мяги. Чтобы у нас выезд со двора был отремонтирован раз и навсегда, и больше асфальт не вскрывался, ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. И, соответственно, комфортная городская среда, чтобы получилось не только во дворе, а и когда мы выходим на улицу, чтобы получились красивые газоны, получилась красивая дорога, и в домах было тепло и уютно. Ремонт во дворе на Мяге-24 завершат ко Дню знаний. Не останутся без внимания и другие жители района. В этом же году отремонтируют дворы на улицах Волгина и Гагарина. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.